Так. Юхо, всем привет, с вами Юнот, с вами прикольная игрушка, где я нифига не врубаюсь, что делать. Мне кажется, я топлю нереально. Ну да ладно. И это причем не самая высокая сложность, а сафоны меня уже бесит, давайте эти меня бесят. Чего они такую экспансию строили, я вообще в шоке. Ладно, решаем ход. Что, бездействие системы? Да как так? А что здесь построил-то? Так, эти заселяются. Один ход, да? Он дает третий плюс. Один ход. Ну давайте посмотрим, что это даст. Типа он улучшится, что ли, я не понял. Пираты, добивайте их, добивайте сюда, туда добивайте. Все добивайте. Так, слежка, да. Че это я качал-то? Я тебе сказал бы, где она? Вот она. Охлаждающая слежка. Так, теперь мне надо понять, что здесь надо. Рынок, не рынок. Новый ресурс, адамантий. Было бы хорошо. Что это? Секрет производства. Типа я могу за деньги, да, купить? Что это? Что он дает? Пацифисты. О, блин, сложно. Не знаю. Вопрос. Тут, по идее, вот все нужно. Он не ограничит меня технологиями, но... Что это значит? Картошка, не картошка. По идее, мне нужно все. Рынок. Это пока не нужно, я не произвожу. Деньги, возможно, нужны. Блин, но это... У меня сейчас нет столько. Мне надо что-то вложить, что дает производство. Скидка на покупку корабля. Очистка системы. Нет. Во! Давай. А чё нет-то? Опа! Кто моих пиратов осуждает? Я уж переживать начал. О! А-а-а! Все, дошло. Дошло. Так, у меня счастье есть. Так, производство денег, пища. Пищи у меня пока хватает, ресурсы есть. Мне нужна промышленность, причем много, 29 ходов. Вы с ума сошли. 4 хода. Наука. Счастье не нужно. Два хода. Но если собираюсь строить корабли, мне это прям очень пригодится. Но пока не знаю. Так, что я могу сделать? Мне бы науку тогда поднять. Или деньги, может? Может, деньги? Давайте и науку, и деньги. Да, один ход, это не так уж много. А, здесь же... Можно с запасом делать же. То есть, смотрите. Допустим, ты... Нет, да. Или нельзя здесь запасом делать. Давай тебя пока... Специализацию тебе тоже дадим, да? Второй ход. Не знаю. Они растут медленно. Здесь рыба какая-то стерильная. Стерильная, что это значит?
за обнаруженный феномен. Аналитическая машина. Пусть он пока постоит в плане. То есть мы стараемся пока сильно не выпендриваться. Так, ты. Последний изучай. Что мы нашли? Да, в принципе, пока ничего полезного. Секаем отсюда. Мы пока сидим тут. О! Привет! Что еще есть? Так, это мы сделали. О, еще какая-то прикольная. То есть я здесь тоже могу маяк, собственно. По идее, взлом идет только в одну сторону, да? Сафоном бы. А, я думал, ты их выбил уже. Надо будет пиратов опять натравить на сафонов, конечно. Сила пиратов 2, это плохо, очень мало их раздавит. Так, что у нас тут? Чего вы осаждаете, я не понял? Была разрушена. Что у меня? 13%. Черт. 9, 15, 15. Первые 4 места заняты, да? Так, ну в целом, если я еще деньжат подкину, я могу занять позицию. Да, ты можешь приблизить, дай посмотрю, да хоть. Он не дает я посмотреть. Ну ладно. Ход потерпим. Создайте не менее... Да, мне наука нужна. Чтобы не профукать. Странно, что эти не воюют с ними. Пока не спешим, и что нам делать? Пока ничего сделать не можем, да? Но мы можем, допустим, заплатить им. 600. Нет, надо подождать, мы их потом усилим. Молодцы, он прям как надо держит сафонов. В смысле плохие? Я тебе деньги получу, алло. Мы через третьи лица с ними общаемся. Хорошо. Хорошо. Трать. Чисто хор теней. Пацифисты, блин, ага. Чё, последний политический... Лидирует политический пацифист. Не знаю, что случится в день выбора. Так, открытая новая малая цивилизация. Итус. Великие империи являются главными игроками в галактике. Но игнорирование малой цивилизации вам же во вред. Каждая из них обладает особой индивидуальностью, предопределяющей их исходные отношения с вашей империей. Ага. Как, а, так, это, можно тебя контактировать. Ты нашел, когда мне дать этот совет, когда я уже почти со всеми заобщался? Так, молодцы, пока развивается. Надо бы и на дурки тоже накидать их. Уничтожьте наемника флота в одной из систем поблизости. Да, вы издеваетесь. Прям задания идут такие. Не надо было почитать, но ладно. Обыщите феномен на планете НС. Как минимум 7 этот. Тут же нет феноменов. А, есть. Где мои корабли? Стоять! Ты! Так, давай сюда и сюда.
что было? На плечи гиганта. Что это такое? На этой планете обитает высокоразвитая раса. Она вымерла, когда мощное вулканическое извержение спровоцировало... А, обитала, господи. Ага, знания этой цивилизации были... Ага, но их знания ваши, бла-бла-бла. Еее, так, сейчас. Изучайте феномен, пока не открыли лабораторию. Получить мало. Так, ага. Три дня назад мы перехватили этот сигнал. Восторженно говорит представитель фракции Пульсары. Можно? Вы делаете ему знак рукой. Да. Звук искажен, и на заднем плане раздается адский вой и ляск, но слова слышно четко. Что сбежало из лаборатории, и все остальные не вернулись? Внезапно голос становится громче. Кто-то должен вам помочь. Запись останавливается. Когда был подан этот сигнал, спросите. Понятия не имею, отвечает представитель фракции Пульсары. Сигнал подала фракция Пульсар, но откуда неизвестно. Но даже если какое-то существо сбежало из лаборатории, ваши опытные исследователи легко с ним справятся. Вам просто нужно его найти это существо. Руководитель экспедиции вошел в лабораторный комплекс и обнаружил там жуткую картину, следы пролитых жидкостей и сохшие трупы, картину бойни. Судя по уровню разложения тел, это массовые убийства произошли давно, и только благодаря герметизации органы не разрушились полностью. Тот, кто это сделал, давно ушел. Вы приказываете группе собрать трупы и вернуться к фракции Пульсары. Есть. Как и пилигримы, новое существо весьма любопытно. Как оно организует мириады частиц в единое целое, подчиненное общей цели, тайна? Немало частиц отделилось по неизвестным причинам. Кажется, оно нас боится. Оно предлагает нам ценный материал, чтобы нас задобрить. Хорошо. Мы же новый источник роскоши. Отлично. Что мне его дофига прям вообще... Произошло? Фракция СМИ Пульсар в системе был ассимилирован. Кем? Наше святилище. Отлично. А у нас здесь никого нет. Вот как в него загнать кого-нибудь? Как же вы меня бесите. Опа. Опа. Это какие-то корабли. На страже, находясь на орбите своей планеты или вражеской системы, можно активировать действия флота. Охранять тогда корабли противника не смогут свободно перемещаться. Кроме того, присутствие вашего флота в режиме охранять негативно отражается на экономике системы. Наведите курсор, чтобы больше знать. Отлично. Так, давайте пока разберемся с тем, что у нас вообще есть тут. Фум. Шо, началось одиночное задание. Потерянная экспедиция. Ваши советники сделали этот выбор за вас. Исследуйте феномен на планете Ксения 1. Так я же исследовал. Блин, ну ты нашел, когда мне это дать? Так, у меня есть задание. Где-то там. Поймать беглеца или что-то в этом роде. Полетели, поймаем его. Они пытаются сюда сейчас залезть. На мою систему. И ассимилировать ее под шумок. Ну что, здесь пираты пока щемят всех. Это хорошо. Мы пока разобьемся, потом, не знаю, наверное, будем заселять вот эти. Сколько они еще продержатся? Не так уж долго. Им хорошо досталось. Но их мы тоже подавим.
На удивление только Сафон экспансию дикую сделали, остальным всем плевать. Так, обнаружена вражеская программа отслеживания. Показать местоположение. И чё? Я сделать все равно ничего не могу. А, чё произошло? Крик боли, ага. Проведите 50 заход. Нет, 20 заход, вот отстой. Ладно, теперь мы идем за счастьем этим. Иман Крив. Оно начало являться мне во сне. Теперь я вижу его постоянно. Стоит только закрыть глаза, оно... О, я забыл деньги такие, ладно. Оно чужое, неуловимое, чудовищное, клубок призрачных щупальц, извивающихся и вытягивающихся, подбиравшихся все ближе. Они не знают ограничений нашей реальности, не делят пространство на внутреннее и внешнее. Оно... подползает еще ближе, замирает, будто изучает меня, а затем вступает в контакт. Мне кажется, оно внутри меня. Наблюдает, выжидает. Хуже всего ожидание. Реликвия вечных больше ничего для меня не значит. Я мечтаю о том, чтобы сжечь ближайшую звезду и положить конец своему ужасу. Хор теней. Мы выходим на контакт с организмами в этой галактике. Но контролирующие ее сверхсознание... молчит. Мы взаимодействуем лишь с отдельными марионетками. Эти отростки пугаются нас и не могут понять, что мы хотим с ними подружиться и избавить ту галактику от страданий. Если снаружи не будет гармонии, то и внутри мы будем обречены на разлад. Отросток пилигримов демонстрирует нелогичное поведение. Мы знаем, что организм пилигримов ищет реликвии давно вымерших цивилизаций, но его отросток действует беспорядочно. Он то кружит вокруг сверхгигантов, то вдруг срывается и уплывает в межзвездное пространство. Он поврежден, испорчен, что мы упускаем. Волнение в галактике нарастает, и хор становится все менее стройным. Мы должны сплотиться. Окей. Население растет. Отлично. Не, ну здесь-то лучше, смотрите. Сразу 35, производства больше. Конец события на плечах супергигантов. Ага, эффект. Ага, увеличить политическую идеологию пацифисты. Хорошо. О, новый уровень. Не значит, не значит. Вообще не значит слово. Кто меня вообще ломает? Я вот не понимаю, зачем? Кто меня вообще нашел? Энни. Давай изучим, у меня есть задание, надо это изучить. Спасатели высаживаются на планете неподалеку от места, с которого экспедиция выходила на связь в последний раз. Ага, награда, непредвиденные последствия. Новое событие, потерянная экспедиция, катастрофа. Господи, прикольно. Увеличит политическую идеологию, религиозный флот уничтожен. А ладно, мне весь флот сольют. Да вы издеваетесь. Мрачное известие. Похоже, что наш советник по внуке не ошибался, когда говорил, что весь флот может оказаться в опасности, если вы организуете спасательную операцию. Их больше нет. Все, что от них осталось, это тоненькая струйка дыма над горной областью планеты. Почему? Ответов нет. Известно только, что в навигационном компьютере корабле попала какая-то вредоносная программа. Когда... спасательный отряд отправил данные на третий день поисков, они сообщили о том, что обнаружили слабый сигнал из района, где пропала экспедиция. Как вдруг совет на всем флоте погас. Внезапно двигатели всех кораблей включились на полную мощность, и курс был установлен на сближение с планетой. Скорее всего... Экипаж пытался вернуть контроль над кораблем, но у них ничего не вышло. Все корабли врезались в горы на скорости сотни километров в секунду. Никто не выжил. А неудивительно, что суеверия в империи стали как-никак популярны.
Ну ладно, вы успешно изучили феномен. То есть ты мне тупо корабль расфигачил, отлично. Слышь, Анкара, лети сюда. А? Да ладно. Ну ладно, давай здесь сделаем новый. Будешь петь мне еще тут. Что я могу сделать? Что это? Достигнута золотая рыба. Отлично. Все равно я пока не могу, у меня распев забить до конца. Кто взламывает? Я взламываю пирата. Че они ко мне лезут? Текущий запрос в Академии на тему стерда. Отлично. Смотрите, я им даю 700. Я не знаю, что мне дают вот эти назначения, но я постараюсь выйти хотя бы в тройку. Так, тревога на вопрос теперь, бла-бла-бла. И... А, это эти пришлетели. Пожиратели. А я не знаю, что делать. У меня вроде как бы есть здесь, но у меня людей-то здесь нет. Ну-ка, шугни их-то оттуда. Ого, одна планета. Пугающая симметрия. Но внешний вид этой планеты характеризуется двусторонней симметрией. Выглядит натурально из-за ее математической точности. Точно так можно только гадать, что же находится под внешними слоями обусловия этого явления. Ну да. Песня бегемота. Аномалия. Что это такое? Эта странная планета издает природные звуки и испускает магнитные волны. Понятно. Что вы открыли планету Аурия? Вечные реалы превратили эту планету в свою биологическую лабораторию и провели здесь бесчисленное множество экспериментов, как над местными, так и над инопланетными формами жизни. Во время пыльных войн на планете начались полномасштабные боевые действия. Ее экосфера деградировала, и в конце концов поверхность планеты казалась полностью покрыта льдом. По слухам, некоторым экспедициям удалось обнаружить на Ауриге удивительные по красоте руины великих империй. Однако в данный момент на этой планете всего лишь ледяная гробница. Где она? Я здесь надолго. В смысле, ты сделал уже его, что ли? А, ну вот, все. Видите, он наполовину сделался. Я забыл, что... Блин, да. Мне надо что-то, что даст мне больше этого. Вот этого. Влияние. Еда мне, в принципе, не нужна. Мне еды дофига. Хотя я потихоньку становится меньше, но еды, ладно, не пробуем. Где здесь влияние-то? Даже не знаю, как его увеличить. Сейчас пока нечем. Только науку могу увеличить, дать. 11 ходов, но это очень долго. 6 ходов. Исследовательский парк Вечный мир. Чудо. Но это религиозное, мне это как бы не очень-то нужно. Давайте дадим пока еду. Что тут по академии я? А, я только отдал, да? Пираты, долбите, вы можете сафонов выдавить вообще? Вражеская программа достигла вашу домашнюю систему, обнаружила империя. Ага, ну и чё?
Фракция Амбель решила, что в данный момент не нуждается в вашей помощи. Ее кто-то другой ассимилировал, да? Что это такое? В этой системе отключено питание, поэтому узел не отвечает. Вражеская программа отслеживает достигнутой исходной точки вашей операции взлома. Это милый кратчайший путь, самый рисковый. Иногда лучше пойти более длинным, неприятным путем, чтобы программа отслеживания потребовалась больше времени, чтобы дойти до исходной точки. Так я и так шел немножко короткими путями. Что-то я не понял, как это работает. Не понял. Блин, как тебя выбрать-то, алло? А, я теперь флот создать не могу, да? Опана. Ну, в принципе, не так опасно. Тогда мне смысла нету с ним пока воевать. Потому что сейчас они, если пойдут дальше, это будет просто жесть какую-то. А кто здесь вообще? Не понял. На, это мне сюда надо провести путь, чтобы я мог. Так, стопы. А, я не могу ее управлять, да вы издеваетесь. Разлом не назначен. А я не могу ничего сделать. Разве у вас не возникло желания заглянуть на грань реальности, понять суть вещей? Теперь это можно сделать при помощи экрана анализа. В зависимости от увеличения масштаба экрана галактик появится доступно тактическое сканирование. Это, конечно, хорошо, но толку-то мне от этого. Какого? Скажите мне. Почему я не запланировал больше, а? Дебил я. Опа, здесь уже другие прилетели. Кто это? Где это? Отступить, конечно, ты чё? Как тебя сейчас заметили? Олень, алё. Кто на меня напал, я не понял. Да кто вообще? Пираты. Сфига ли вы на меня напали-то? I know we can agree on a prize. Что происходит? Так, мне надо понять, что это. Cares a little for the interests of other races. Talk. Дзин, Райой, наплевать. Да-да-да, иди лесом. Понял, противник находится с вами в одной системе. Теперь вы можете напасть. Вот так убьет только выбранный вами флот. Нападать он будет на самый лучший флот противника. Используя действия атаки, если хотите с ним сражаться. Ну да. В этой системе идет космическая битва. А, вот. Thank you.
Я вот не понимаю, вот знаете, вот эту именно вещь, что это значит? То есть, видите, он здесь говорит, что центр – область малая, область дальняя. То есть, кто как идет, а как это идет? О, то есть, у меня есть второй. Да, господи, блин, не закрывай-то. Как же мне это бесит? Вот, что у нас есть? У нас есть дальняя, нет, средняя, есть нормальная. То есть, в принципе, нам подходит только это, да? Да. Я сегодня дичь читаю разную, пока еду. Всегда смотришь какую-нибудь, читаешь рассказ про измену, и всегда все друг друга винят. Типа, изменила женщина, винит мужа, изменил муж, винит женщину. Так, разве не сами люди, которые изменили, виноваты? Они же сами до этого доперлись. Или я что-то не врубаюсь? Так, извините, да, отвлекся на так. Вот, как бы, давайте, бой! Для обеих флотов пробивание щитов. Ага. Давайте посмотрим сражение. Это наше первое сражение как представителей хора теней. Что бы еще? На битву, да? Это летят они! Против железный клык, боже мой. Нет, мы и пришли. Так, мы идем по центру, двое. Но если честно, я не понял, как это работает, вот эти. Хоть убейте, я не понял. Мне вот нравится вот эта система, да, тут кинематографическая камера, конечно, можно убрать. Просто пейзажи красивые. На-те, нахуй. На-те. Тут не попали. Наши щиты держат. Хорошо лупят. Давай, давай, давай. Пошел с планеты нашей. Ого, мы его даже разбили. Тут можно поставить прям взгляд от корабля. Наш корабль немножко пострадал. Так, мы даже сильно особо не пострадали. Получен опыт, получена победа или поражение, но битва окончена. Корабли, уцелевшие в битве, зарабатывают опыт. Возможно, даже повышение уровня. Ну а те, которым не так повезло... Что ж, все, что от них осталось, это сотни тысяч металлических прочих обломков. Разлетевшиеся в пространстве и космосе. Как предупреждение для всех. Удачи в следующем сражении. Так, я не понял, хорошо я сделал или нет, но в принципе мы повоевали и выиграли, что? Tell us what you plan. Вы не можете атаковать флоты Империи Железных Крыл. Ослабляет давление на Империю. Рой настроен на то, чтобы вы прекратили нападать на флот. Иди лесом. Tell us what you plan. Ща я прям так двал. Потеря вам поста 3 хода. Все, вышли из стазиса, понял? Так. Подвинули пока дальше. Там у меня все отключено, мне тут делать нечего. Так, кстати, да, деньги же я дал. Че у вас тут? Где? Есть! Я вырвался почти. Черт! Пожиратель, откуда у вас деньги столько денег? А я не могу ничего сделать, у меня здесь система остановлена. Тупой взлом. Кто же знал то, что так будет?
Отцепились. Давай их поддержим, это все равно наш. 42-43. В принципе, мне без разницы, нет, ладно. Блин, а еще два хода. Эта маленькая звезда будет... Отлично. Отлично. Так, у меня остался один этот, ага. Что мы можем взять? Плюс один, так. Снижает стоимость дипломатии за ход. Бесполезно. Минус 10 улучшение на систему. Есть что дает лояльность? Деньги, но минус этот. На планету мне пока не нужно. Наука не нужна. Систему, счастье, в принципе, здесь нет. Стой. У меня вот основное задание есть. Для моего народа это необходимо. Таково желание Бога. Бюрократическая путаница. Можешь ты, тварь. Он просто взял и так поступил. Лучше же тварь, да? Я просто в шоке. Как же можно быть такой тварью-то? Так, стоп. Сейчас отсюда их прогоним. Пока жди. Мне ничего не остается, кроме как пропускать ходы. Опасно. Что у нас тут? О, угу. Роботы. Хорошо, мы вас сделали. Теперь надо подумать, это нужно ли мне вот это? Четвертый уровень уже есть. Что это такое? Тут строение дается. Пища мне пока не нужна. Корпус соната. Пока рано. Ячейка мне не нужна. Вот новый взлом. Отслеживание. Рокировка это. Есть что-нибудь, что дает мне эту культуру? 10 по факту вообще все нужно, я вот не знаю. Давайте сюда пойдем, что сделаем. Идите все нафиг. Я тут... Ты откуда взялся-то? Пираты. Черт, я забыл про них. Почему не увидели? У них что, отслеживающий стоит? Теней населения выросло. Отлично. Что такое? Открыта новая малая цивилизация. Не, я согласен с тем, что, допустим, отсутствие желания по факту измена является этим. Дарить кому-то любовь. Себя, свои чувства. Ну, блин, ну, все равно же это не значит, что надо идти прям налево.
То есть, ну, чувствуешь, что, допустим, ты не хочешь с ним больше вести дело. Зачем тогда дальше с ним жить? Для чего это вообще все? Для чего все эти игры, все эти ожидания, надежды? То есть, если ты веришь, что что-то изменится, так держись до последнего. Или нет? Я не знаю, у меня какие-то свои мысли. Вот хочу твои понять. Так. Новая раса. Я, конечно, хотел про них все читать, но мне так лень. Два хода еще, два хода. Yes. Жесть! Как ты так влил? Давайте еще 300-ку вольем на всякий случай. Your devotion. Но мне делать нечего. Где мой герой ползает вообще? Потеря поста через 3 хода. А что тут через 3? Да, не могу ничего сделать, сам же видишь. Игра прям как издевается. Типа, смотри, а ты не сделал. Нужна вражеская программа слежения. Ваша империя. Отмените операцию взлома. Да, все. Если отменить операцию взлома, ее прогресс будет потерян. Также у вас будет наложен штраф пропускной мощности 30 на 5 ходов. Продолжить? Да. Герои доступны для найма. Ух ты. Ну, конечно, свои мне нужны. Искатель. Кто вы? О, они восстановились. Ну, наша тактика, вот самая нормальная. Ой. Мне звук не понравился. Вы проиграли или выиграли? Красиво. Мы даже не пострадали. Отлично. Прям они мне все ладуют, что это такое? Мне дали казначея. Что это интересно дает, чтобы укрепить дружеские взаимодействия? Если хотя может... Ладно, что здесь? Так, он у нас искатель. Ну, окей. Телос. Телос. Ага, ща. Телос, Телос. Пошел. Пошел вон с моей этой. Аванпоста. Мы можем их ассимилировать и получать бонусы. Итак. Так, а где мой герой? Второй. Эй, где мои герои? В смысле здесь? Алло, вы что, все здесь глохли, что ли? Так.
Хранителю законов доступны все юридические знания. Выберите политическую партию, и все законы будут вам доступны до следующего распределения ролей. И вдобавок, особым преимуществом эта должность дает доступ к управлению уникальным именным кораблем за определенную цену. Выберите партию, за которую будет спонсировать Академия. Ну, блин, мне все бесполезны, давайте промышленно. Что он дает? Счастья нет. Производство хоть. Производство получается самое нормальное. Назначай также иметь доступ к закону одного дополнительной партии по выбору. Орудие воли. Прикольно, а как мне его получить? Просто реально обидно. Да. Не могу ничего сейчас сделать. Все, сейчас последний ход. Я делаю задание. Ну, еще пират, отлично. Слушайте, вы когда тут с ними что-нибудь сделаете? Алло, я вам за что деньги плачу? Режим, отлично. Надо пока двигать дальше. Первое, что я могу сделать. Не могу, да? Первое, что я могу сделать, это здесь. Мне нужен разведчик. И ресурсов у меня очень мало, да? Давай увеличим на один. Уже не будет. Блин, один. Давай вот так. Теперь мне надо найти моих бездельников. Где мои герои сидят? Суть фигней занимается. Так, вот, мне дали производство 6 на планету. За плюс здоровье на корабль, деньги для ресурсов, ресурсы на систему. Нет, мне нужно вот это. Да, расходы есть, ух ты. В принципе, мне вот этот закон-то не так уж нужен, да, по-моему? Стой, нет-то. Отлично. Так, где мои герои, вы мне скажите, а? А, это флот, он никуда не значит, отлично. Вот где ты? А ты где? Начать систему, создать флот. Где ты, алло? Так, это исследователь, да?
все равно нужно попасть сюда. Так, где другой герой? Он где-то тут сидит, а где, непонятно. Вот он, бездельник. Ладно. Как-то так. Давайте со всем остальным будем разбираться по ходу, потому что, мне кажется, местами я спешу. О, один ход, все, мы его отбили. Феномен на планете Энни. И следующий феномен на Антарес, когда будете готовы пожертвовать 100. О, отлично. Кто это? О, ништяк, мы как раз туда летим. Так, кто еще у нас есть? У нас есть вы. Не справляюсь. Не успеваю пока. Не успеваю. Пока ничего. Ну, что уж, пока у нас вышло вот так вот все. Что у нас со взломом, непонятно, да? Как-то так. Ну, а пока всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.